в бытие. Да, а не переход ничто в бытие, в становление называется возникновением. Вы возникаете как культуролог. Возникаете. А потом вы культуролог не просто, что вы знаете немецкую культуру, а вы на примере немецкой культуры философски грамотно изучаете человеческую культуру. Через немецкую вы изучаете всеобщую культуру человечества. Вы знаете, человечества. Сказала первый преподаватель, который доступно и хорошо объяснил нам, ясно объяснил наше предназначение. Но это наша работа. Культурологов. Ну, я должен, потому что так сказать, у нас с вами разговор философский. Потому что философия, ее смысл как раз в том, чтобы понимать, что всякое единичное и особенное, оно есть проявление всеобщего. Правильно? Да. Потому что вот не то, что вот вы изучили немецкую культуру, а шаг в сторону – это профессиональный идиотизм. Этот термин такой есть у Маркса. Профессиональный, то есть он дальше ничего не знает. Дальше, кроме немецкой культуры, а жизнь вас может бросить куда угодно. Так вы должны, так сказать, на примере немецкой культуры получить такую квалификацию, что куда бы вы ни попали, у вас культура такая, что вы вообще специалист, знаете, философски, глубоко и зрело понимаете, что такое культура, как она развивается, и можете ее применить в любой области культуры. И причем философский взгляд у вас на культуру, философский именно. А если вы не возьмете философский взгляд, ну и не поймешь этого. Но я думаю, это тоже вот не случайно. То есть, в смысле, мы можем только комплимент сделать в данном случае и программе нашей. Потому что нам поставили... Можно только удивиться, что вот такой курс поставили. Я читаю лекции, обычные лекции по философии, 32 часа. Тут нам с вами дали 52 часа. Так бы вот некогда было нам на эту тему, так сказать, более конкретно, так сказать, эти вопросы обсудить. А здесь у нас позволяет время. Если мы делаем анализ этого произведения, то мы делаем анализ для того, чтобы из этого сделать выводы какие-то, в том числе и выводы для своего поведения. А поведение у нас диктуется развитием, правильно? Потому что развитие начинается с всего, с начала. А вначале надо что-то иметь, а прежде всего надо тему иметь. Вот я подсуждал... А когда мы выберем тему, если мы даже не знаем, какие сейчас вообще темы? Нет, если сейчас, извините, я вот с вами не могу согласиться. Если вы пришли на культурологию, значит, у вас с самого начала должно быть в зародыше что-то. Это и есть начало. А что у вас уже третий курс, а вы еще только собираетесь начинать? Ничего себе. Я считаю, что вы опаздывающие. Не успевающие, так можно сказать. Ну, конечно, курсовую. Ну, что курсовую? Курсовую я даже не говорю. Курсовую. То есть курсовая в свете диплома должна быть. Вот в свете диплома. Вот все это должно быть так. То есть надо... И времени у вас осталось, но... Что у вас осталось? Полтора года даже? Полтора года нет. Нету полутора. Вот в первом сентябре, если диплом вы уже приняли, вы будете иметь текст, вы будете себя чувствовать себя королем. Вы будете все это слушать, там, дорабатывать, переделывать, улучшать. Потому что развитие диплома, у вас вы хотите просто сделать становление диплома. У вас было ничто, будет бытие. А надо, вот когда будет бытие, вот вы берете это бытие, его улучшаете, углубляете, совершенствуете. Развитие бытия как бытие, когда будет движение диплома от себя к себе. А это вы собираетесь делать? Это никто не собирается делать. Люди не знают философии и думают, что нужно просто... Не было и стало. Так а что не было? Это только родился. То, что родился, это диплом младенец такой. Чего вы от него хотите? Он не умеет, так сказать, говорить, не умеет, кричит... То есть вот это развитие, это надо заложить, развитие диплома. Это же не диплом, у нас выпускная квалификационная работа. Да я знаю. Я знаю, что это благодаря нашему дорогому министерству, которое сокращенно называется Минобразин, образование наук Российской Федерации. У нас теперь не специалисты вы должны быть, а всего лишь бакалаврами. И причем лавры-то вам повесят, а знания сократили на один год. Ну, наверное, один год вам бы не помешал. Ну, да, все это понимают, что это катастрофа для высшей школы. Катастрофа, потому что вас приближают к техникуму. Потому что нужен год, чтобы человек спокойно сидел. Я, может быть, этот разговор бы сейчас и не завел, потому что ну, я-то знаю, что это такое. Когда у вас остается, ну, там, без малого год. А год на диплом, это ну, только-только. Вы еще, в этом смысле вы еще не опоздали. И не важно, что от вас не требуется диплом, вам требуется диплом. Как он будет называться, у вас, наверное, ВКР, наверное, дадут.
выпускная квалификационная работа, да? ВКР. Вот и вы выковыриваете, что хотите. Так вы-то должны, несмотря на то, что вам это дело подсократили, ну, считайте, что у нас были вот заочники, вечерники, у них времени было еще меньше. Но они-то писали дипломные работы, и вы должны все равно быть специалистами. Все равно от вас требуется быть специалистом. И вы-то хотите быть специалистом? Но это от вас зависит, от министерства уже не зависит. Они на это махнули рукой, дескать, а выпустим вас с какой-нибудь квалификационной работы. Низкая будет, низкой квалификации. Высокая, высокая квалификация. Квалификационная работа. Это специальное понятие изменено. Выпускная квалификационная работа. И можно на любом. Давайте после второго курса сделаем. Это мне напоминает, как к одному приходит с корняку. Человек не бедный, но жадный. Он говорит, вот мне можете сделать вот эту папаху? Он говорит, могу. Потом так подумал, а две из шкуры этой овчины? Он говорит, ну, могу, говорит, и две. Тогда он понравился, говорит, а три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть могу, а семь? Нет, семь, пожалуй, уже не смогу. И вот он ему сделает. Семь. Чего просил? Так что, мы, ну давайте сделаем это образование. Давайте вот за 4 года, давайте еще сделаем за 3 года. У нас на Западе вообще 3 года учатся бакалавриаты. А? На Западе 3 года бакалавриаты, 2 года магистратуры. И так получается 5 лет специалистов. Вот, давайте потом 2 сделаем. Но у них бакалавриат немножко другой. У них уже специальный предмет. Это вам кажется, что он другой. Это вам кажется другой. А вот вы посмотрите другими глазами, которые нам, так сказать, вот, раскрывают глаза, эти товарищи, достаточно подготовленные. Значит, если я представитель господствующего класса, и у меня есть средства для того, чтобы учиться 6 лет, я, мои дети пойдут куда? Куда? Они точно пойдут в магистратуру. И в отличие от специалистов, которые учились 5 лет, они будут учиться 6 лет. С гарантией. И так оно и есть. Во всем мире. Во всем мире представители господствующего класса получают не 3 года. Не рассказывайте мне насчет 3 лет. Мы тоже 6 лет будем учиться. Да. Мы тоже не рассказывайте мне, сколько вы будете учиться. Я говорю, так сказать, количество людей, которые учатся в магистратуре, в несколько раз... Я просто вам факт называю. Факт жизни. Количество людей, обучающихся в магистратуре, в несколько раз меньше, чем количество людей, обучающихся в бакалавриате. Не для того. Неужели вы думаете, что бакалавриат, это деление сделано для того, чтобы вы все учились в магистратуре? Если бы это было для этого, то никто бы не трогал специалистов. Теперь, значит, у нас одни получают плохое образование, маленькое, так? И у них нет средств, так сказать, поступить в магистратуру, которая сплошь и рядом платная. Не вся платная, но сплошь и рядом. И в-третьих, если она и не платная, даже не платная магистратура, то 6 лет держать могут не все себе позволить родители подержать 6 лет. Работать уже можно в магистратуре. Работать можно, и все будете вечерниками, а не в магистратуре учиться. Вы знаете, что такое дневное образование, что такое вечернее? Я преподаю на втором курсе магистратуры, и там жалко, несколько человек сидят, вот конфликтологов. У нас на кафедре нет магистратуры вообще. На кафедре социальной философии. И наши попытки, которые мы приняли, вот я лично с другим заслуженным деятелем науки Мараховым разработал программу нашей магистратуры, никуда она не прошла. Все это упирается в то, что магистратура, она очень узкая. Она очень узкая, и она охватывает очень узкий круг людей. Поэтому вы можете конкурировать в эту магистратуру, может, попадете. Я очень верю и желаю вам успеха и так далее. Но я просто хочу сказать, что и Ломоносов попал, он там вот, так сказать, с севера пришел, крестьянский сын. Он тоже попал, академиком стал. Даже если совсем будут вас не пускать, кто-то пройдет самый способный. Поэтому я и сейчас вам говорю, так старайтесь сейчас сделать диплом, потому что на самом деле ушки, через которые надо пролезть, они сужаются. И во всем мире получается так, что вот основной класс, он получает бакалавриат. А более узкий класс, господствующий, его дети получают магистратуру, получают полноценное образование. А если нет этой самой магистратуры, наймут себе преподавателя, будет 3 профессора сидеть у него дома и преподавать. Думаете, это проблема? Я сам, так сказать, репетиторствовал. Меня попросили еще в школе там девочкой позаниматься, у которой у папы и мамы были деньги, а я хорошо знал физику, я с ней занимался, деньги получал. Ну это же, так сказать, понятное дело. Мы же с вами это изучаем не случайно, чтобы на эти все процессы посмотреть с более широких позиций.
Вот. А именно поэтому в этой ситуации тем более надо думать о том, как, ну, сказать, вот при этих условиях, и тем не менее, не располагая такими там, какими-то необыкновенными возможностями материальными, тем не менее, эту проблему решить. Потому что, чтобы вам попасть в магистратуру, вам надо оценки хорошие получить, за, в том числе и за бакалавриат, и диплом уже с таким запасом сделать, чтобы у вас было это. А если у вас к этому будет еще и печатная работа к моменту поступления в магистратуру, это вам не помешает. Ну вот я сейчас смотрю на конфликтологию. Ну, 3 человека сидят, 2, 1. На втором курсе я преподаю магистратуру. Вот здесь товарищ Миронов был, выступал в свое время. Он тут премии тут свои давал. «Справедливая Россия». Он здесь курировал философский факультет. Когда у нас был деканом Солонин, член Совета Федерации, он рассказывал, что будет широкий бакалавриат для всех и узкая магистратура, в основном платная для некоторых. Вот и все. Вот это, пока мы попали. В этом суть болонского процесса. Чтобы мы были болонками по отношению к другим странам. Во всем мире так тоже. Почти. Так что... У меня внучка старшая кончила Оксфордский университет в Англии. На почте сейчас работает. Потому что, чтобы попасть в магистратуру, денег у нее нету. Закончилась, отлично. Да, там, на почте работает. В Соединенном Королевстве, в Великобритании, да, хорошо, уже на нее, так сказать, нападение было. На почте деньги там хотели забрать. Хорошо, что, так сказать, она живая осталась. Она английский язык лучше всех знала в классе, не будучи англичанкой. Так что это я делаю, у меня не из общих соображений только картина, я просто знаю, что это происходит и как и где. Вот. А вывод-то какой для нас? Для нас один вывод, что для нас главная дорога сейчас – получить глубокие, прочные знания, и достаточно широкие, чтобы, так сказать, чувствовать себя прочно. Почему иногда вот катамаран более устойчивый на море, чем просто обычный корабль? Корабль перевернулся бы, а катамаран стоит. Поэтому если у вас достаточно широкое образование, так вы будете чувствовать так, если вдруг не получается вот совсем такая специальность, ну чуть в сторону. Но вы все равно уровень, потому что на самом деле уровни важны. Есть уровень высшего образования, есть бакалавриат, есть магистратура уровень, есть уровень кандидатской, есть уровень докторской. Все. Вот все уровни, какие есть в обществе. Это все специалисты разной квалификации. А какая у вас специальность? Это вообще никого не интересует. Причем даже формально. Вот чтобы защитить докторскую, совершенно не важно, по какой у вас теме была кандидатская. У меня кандидатская была по применению математики в политэкономии. А докторская у меня была по противоречиям социализму. Никого это не волнует. А чтобы получить звание профессора, совершенно не важно, какая у тебя докторская. Потому что докторская у тебя это, а вот звание дается по той кафедре, на которой ты работаешь. Что я работал на кафедре экономики и права, у меня звание профессор по кафедре экономики и права. А докторская у меня доктор философских наук. А доцент я по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. А высшее у меня образование – математик. А как так? А вот так. Я вам просто, как человек, вот, так сказать, умудренный этим, я вам просто рассказываю, что вопрос не в том, чем вы занимаетесь, вопрос, на каком уровне вы этим занимаетесь. Вы повышаете свою квалификацию. Человек образованный, в какой-то области образованный, он все равно уже, чем бы он ни занимался, какой бы жизнь его ни забросила, в какую, так сказать, по его желанию или по каким-то другим посторонним обстоятельствам, все равно он будет там на этом уровне стоять. Вы ниже уже вы не опуститесь. Поэтому есть у вас возможность сейчас в университете этот уровень повышать, надо его повышать. Потому что я не из математики философ, я из математики шел в политэкономию. Я преподавал политэконом с математикой на матмехе, лекции читал. А нашим студентам, на том факультете, где я в свое время учился студентом, я преподавал, будучи доцентом, политэкономию. И вопрос был с математикой.
И очень, так сказать, товарищам это нравилось. Потому что они, так сказать, ну я-то знаю, чем они занимаются. И они знают, что я спрошу. А философией я стал заниматься, потому что я начал изучать, ну, вот, скажем, прочитал, что нельзя понять капитал Маркса, не простудировав науку логики Гегеля. Я так, как хороший аспирант, я при подготовке в аспирантуру прочитал науку логики Гегеля. Прихожу на экономический факультет, а там один я только прочитал. Больше никто. Ну, так я этим и занимался дальше. И у меня было примерно половина работ, там, 60 работ по политэкономии, 60 работ по философии. Я могу защищаться и так, и так. А тему я выбрал такую, что я мог по философии по разным отраслям защищаться. Потому что и противоречием, и сматы, и диаматы, и прочее. То есть это вот вопрос уже второй. То есть если человек вот двигается, вы, откуда вы знаете, чем вы будете заниматься? Я бы вот, например, спроси меня, так в то время я бы тоже не ответил. Что-то такое. Я-то здесь ни дня не учился на философском, ни дня. Ни в аспирантуре, ни студентом не был. Ну, это математика, ну, точно не будет. А? Не знаю. Математика не будете, но вы все пользуетесь математикой, все считаете. Все эти машинки, они все работают по принципу двоичной системы. Так что вы это все, во все пользуетесь математикой на самом деле. И самые хорошие все системы, надежные, цифровые передачи информации. Именно цифровые. И только вот переход к цифровым системам передачи информации стал исключать все эти сбои, помехи и так далее. Так что вот плодами того, что с ним вы пользуетесь. Ну, все равно знать, что это такое, как представители культуры, вы должны. Безусловно. Как люди, которые изучающие с философской стороны культуру. Вы же философы, прикладные и философы. Вы и так уже прикладные философы, а вы себя представляете, что вы только культуру изучаете. Вы прикладные философы. Во-первых, вы философы. Во-вторых, вы прикладные, но можете и к другому приложить свою руку и голову. То есть вы себя должны осознать. Философы это звучит очень хорошо. Мы философы, как вот Парменид, Гегель, Аристотель и другие. Но изучаем культуру. Вон, ну, у Гегеля есть эстетика. Книги читали эстетику Гегеля? Нет, не читали. А? Ну, знаете, что есть, да. То, что философ, конечно, ему культуру разобрать, ничего не стоит. А если человек, я, например, будучи доктором философских наук, я рецензировал. Вот Цветаева Марина Николаевна у нас доктор защищала по искусствоведению. Я у него был рецензентом от докторской диссертации. Как говорится, я ему отзыв ей давал на диссертацию по искусствоведению. Причем, если вы там докторскую защищаете, из трех докторов, может быть, один не по специальности, по этой, а по философской, может быть, пожалуйста. Так, ну это все к вопросу о том, что требуется от вас вот, при этом и как подходить. Значит, я так понимаю, что и вот те работы, которые вы сделаете в следующем разу, это с учетом этого. Вот даже продемонстрировать ваш уровень уже. И желание, так сказать, вот на этом уровне. Этот уровень повышать. Так, давайте теперь обратимся снова к некоторым материалам. И вы заметили, что мы довольно долго останавливаемся на вот в начале, на некоторых материалах, в связи с тем, что именно в начале здесь такие принципиальные вещи, которые характеризуют всю, весь подход. Вот если вы здесь ставите все до конца, а вы еще не дочитали, наверное, да, то вы увидите, что как раз вот в этом начале все принципиальные вещи сформулированы. А дальше идет только применение этих принципиальных вещей. И тем более критика, которая может быть там очень острой и даже очень даже злой критикой. Но вот содержательно все это здесь определяется в самом начале. Вот написано, как написано тут про производство идеи, представления и сознания вот у Маркса и Энгельса. Вначале все в разделе Фейербах. Что первично? Производство идей, представлений, сознания или материальная производственная деятельность? Ну вот об этом вот написано. Что написано конкретно? Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни. Это первоначально, это как бы исторический подход. А потом дальше. Они пишут, что люди являются производителями своих представлений, идей и так далее.
но речь идет о действительных действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и соответствующим этому развитию общением, вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. А бытие людей есть реальный процесс их жизни. Вот мы подошли к слову сознание. Сознание. Что такое сознание? Кто скажет, что такое сознание? У вас сознание есть? Угу. Откуда вы это узнали, если вы не знаете, что такое сознание? Я бы постерегся говорить. А вдруг это что-нибудь плохое? А вы уже сознались. Может быть, судить будут за это дело. Сознание. Ну, давайте вот поспрашиваем Бабичева Александра. Это вы, да? Так что такое сознание? О, Господи. Так, Господи, поможет. Нет. Так, Господи, расскажите, пожалуйста, что такое сознание? Господи, вы сами должны знать. Так, Шальнова Ксения. Сознание. У вас сознание есть? Полагайте, так. Так, вторая. Причастность знания. А? Причастность знания. Причастность есть, да. Знание есть, причастность, да. А со тут что означает? Тут интересная конструкция такая. Со знание. Угу. А вот обратите внимание, а есть событие. Со бытие, а это со знание. Ну, бытие и знание. Причастность не к чему-то, а к знанию. Ну да, я имею в виду, что со бытие. А знание что такое? А знание что такое? Знание – это соответствие. А, это истина. А знание – вот записано. Знание – это и есть то же самое. Это истина, да. Да, тоже. Да, так вот, значит, а истина – это соответствие понятия объекта. Значит, а понятие – это принадлежит отдельному человеку или только обществу? Обществу. Значит, сознание не может быть у отдельного человека без общества. Правильно? И вот мы знаем это из истории человечества, что если вот кто-то воспитывался там до 5 лет человек в стае волчьей, он человеком уже не станет. Все. То есть это сознание, хотя оно выглядит и такое индивидуальным, индивидуальной принадлежностью каждого человека, на самом деле ваше сознание, оно родовое, оно связано со знанием у общества в целом. Поэтому мы вот говорим, вы должны знать, это что знать вы? Вы должны знать то, что общество уже есть, уже знает. В чем состоит преподавание? В том, что вы должны воспроизвести в своей голове то, что в голове общества уже воспроизведено. И во всяких, так сказать, даже на носителях разных запечатлено, в книгах имеется, в произведениях культуры и так далее. Так, так все-таки что такое сознание? Вот человек обладает сознанием. Это еще не все. Это еще мы не определение дали. Так, вот Тарасов Владислав. Вы знаете, что такое сознание? У вас есть оно? Наверное. Откуда вы так уверены, что у нас есть, если вы не знаете, что это такое? Не уверены. Ну, уже пора знать, что такое сознание, правда? Ну, вот надо. Так, ну вот еще у нас тут Екатерина Кукушкина. Она так тихо там молчит. А? С мыслями связано. Понятно. А мысли связаны тоже с обществом, правда? Да. Ну вот, значит, нам надо исправить еще вот это положение. Потому что как это мы тут бессознательные тут остаемся, без сознания. Значит, сознание – это свойство высокоорганизованной материи. Ну, ты же еще не определяешь, что это такое. Да, это я еще не закончил. Вы правильно отметили. У вас быстрый ум, вы сразу отметили, что я еще не закончил. Сознание – это свойство высокоорганизованной материи, состоящее в том, чтобы отражать всю материю, в том числе и себя. То есть материя, а есть свойство отражать эту материю, которым обладает не вся материя. Хотя вот на элементарном уровне свойство отражения присуще вообще всей материи. Вот вы сидите и с определенной силой давите на сиденье, а сиденье с определенной, с такой же силой давит на вас, то есть отражает ваши действия. Вы бросите мяч в стенку,
мяч отскочит от этой стены, потому что это тоже свойство отражения. Или ваш отряд на меня наступает, вот вы сейчас на меня напали, а я отразил ваше нападение. Вы сразу на меня напали, внезапно так, раз, и я сразу быстро, как мне нападали, сказали, ну, вы тут не изобразили ведь сознание, как мне, ну, немножечко напали. Нет, чтобы сказать, я бы вас научил бы другому. Напал, и дальше буду нападать. Чего вы стесняетесь? Нападать разве плохо? Чего ж плохого в этом? Особенно в речи, так сказать, речь идет о полемике. Полемика должна быть, так сказать, такая острая полемика. Острая полемика, что плохо, что ли? Это неплохо. Или такой вялый должна быть, скучный. Для полемики это совсем неплохо. Я же не сказал, что вы меня кидаете в меня камни. Вот. Так что и я стараюсь на вас нападать. Зачем я на вас нападаю? Чтобы вас побудить к сопротивлению, к отражению этого нападения. Потому что, как это вот, я говорю, вот вы не сделали то, все. Как я не сделал? Да я, да мы сделаем, ну как-то надо же там выходить из этого положения. То есть сознание – это свойство высокоорганизованной материи. Уже вот мы с вами очень узкий круг в этом смысле элементов материи, которые обладают сознанием. Вот те, кто обладает, называются людьми, а те, кто не обладает – не люди. Сознание есть только у людей, и все. А потому что сознание у людей, потому что это еще есть свойство общественное. Общественное свойство. Это не, вы не можете быть у вас этого отражения, скажем, отражение у ребенка, ну вот так вот. Оно сразу присутствует с самого рождения. С самого рождения на сетчатке глаза что-то отражается. Причем в перевернутом виде. И такие делали опыты, что если вы вот, причем в перевернутом виде, делали такие опыты, что если вы оденете очки, которые переворачивают все, и будете в них долго ходить, то у вас взгляд будет совершенно без переворачивания. Потому что другие органы чувств вам это вот правильное понимание восстанавливают. Но одно дело, так сказать, чисто ощущение, а другое дело сознание. То есть вам правильное отражение мира дается нам благодаря тому, что мы на самом деле вот эту самую культуру в себя вбираем. Поэтому вы, скажем, культурологи, можно сказать, вообще в центральной, так сказать, ветви человечества находитесь. Что значит? Это вообще люди-то, они чем характерны? Они потому что у них не знание, а сознание. А сознание предполагает изучение всего того богатства, которое добыло человечество. Если богатство мы не впитываем, мы не впитываем эту культуру. И поэтому вам нужен и такой широкий взгляд на культуру, что вы, так сказать, смотрите на место культуры во всем этом процессе развития человечества. Я правильно понимаю задачу культуролога? В развитии человечества. А не просто вот мы изучаем какую-то культуру. Ну, тогда вы искусствоведы. Ну или материальную культуру, вы там, значит, археологи, копаете, черепки какие-то находите. Что, они не изучают культуру, что ли? Вот те самые историки, которые археологи, которые находят черепки, но они почему так тщательно там это выковыривают, потому что их задача все равно из этих черепков собрать по возможности цельное и представить себе, каким образом это было сделано. Вот эта амфора, как она была сделана, или вот это вот орудие, каким оно было и какую роль играло. Все равно их задача не состоит в том, чтобы просто это взять и сохранить. А задача их в том, чтобы показать, какую роль это играло в деятельности людей. То есть в этом смысле, если философия вообще изучает всеобщее, то в данном случае прикладная философия по отношению к культуре изучает то, что способствует развитию человечества. А зачем изучать культуру? Культура – это уроки. Сериально. Так? Это накопленный опыт человечества. Для чего он нужен? Для того, чтобы, так сказать, вот старье собирать, что ли? Мы старьевщики, что ли? Вы что, старьевщики в области культуры? Вот эти, значит, продают, знаете, старое все из области культуры. Нет, вы для того, чтобы дальше пойти вперед, опираясь на этот культурный фундамент. Потому что у нас, потому что не просто знание, а со-знание. То есть мы должны вобрать то, что уже добыло человечество. И вот благодаря этому продвинуть человечество вперед. От вас человечество ждет, чтобы вы его продвинули. Поэтому я на вас и нападаю. Говорю, что вот, вот человечество ждет, а вы еще даже диплом себе этой темы еще не выбрали. Нет, вы уже выбрали. Только вы ее как-то так вот сформулировали, я вам это как момент жизни. И тогда эта жизнь, так сказать, она вот как она переходит, это вообще окончание жизни, вот тогда эта смерть совсем по-другому смотрится. Я в раз в жизнь, а жизнь общественная, социальная. Поскольку социальная, здесь роль человека, как он к этому подходит. А он подходит к этому в зависимости от того, какая у него культура,
какая у него позиция, что он делает вообще в жизни. Скажем, те же самые ученые, они будут до самого конца своей жизни обдумывать то, что они еще не обдумали. Поэтому, если вы будете изучать историю какой-нибудь науки, она вот, скажем, эти ученые вот до этого довели, другие с этого места взяли, до этого довели, третьи вот с этого места до этого довели. И вроде как ученый тут меняется, а вот наука, она как бы развивается, развивается, развивается. А также и в материальной культуре. Вот вы вот в этом разделе, который мы изучаем, уже Маркс и Энгельс пишут, что делают, вот пришли новые поколения. Что они делают? Новые поколения получили в свое распоряжение, что? Производительные силы, которые создали предшествующее поколение. Что они должны делать? Они должны себя подготовить к тому, чтобы эти производительные силы взять, вот вы сейчас к этому себя готовите, как представитель нового поколения, взять. И, скажем, я как представитель предыдущего поколения, вы меня отнять, но вы не пираты, как мы выяснили. Поэтому спокойно можете отбирать. Спокойно. И не чувствуйте, что вы, так сказать, меня ограбили. Потому что, так сказать, не вот в этом, так сказать, человек действительно просвещенный, и вы таковым и должны стать. Он заинтересован в том, чтобы то духовное богатство, которое у него есть, передать как можно более широкому количеству людей. Поэтому должна догоняться за этими пиратами и им отдавать это духовное богатство на быстроходных кораблях. Правильно? С этой точки зрения. С точки зрения духовной надо находить этих пиратов и темных пиратов просвещать. В идейном плане. Причем в этой лодке ничего нету, которая догнала быстроходные этих пиратов, а у них там разные богатства, в голове у них темнота. Так. И вот это новое поколение должно развить эти производительные силы и передать следующему поколению. И так образуется связь в человеческой истории. И человечество поэтому бесконечно и вечно. Поэтому у нас и сознание. Поэтому со всем человечеством вы вместе с ним. И это развитие совместное совершается постоянно. И как представитель человечества вы тоже бесконечный и вечный. Потому что никакого другого человечества, кроме как состоящего из Бабичева, Шальновой, Тарасова, нету никакого другого человечества. Оно состоит только вот из конкретных единиц. И Кукушкина тоже состоит. Она входит в это человечество. Те, кто к нему не пришел, тот не входит в человечество. Мы его вычеркиваем из человечества. Вот это надо тоже понимать, что человек то, что в своих делах, если они всеобщий характер носят, то есть направлены на общество, общественно значимый, человек бесконечен и вечен. И никакого другого вечности тут не может быть. И вот поэтому человека в истории ценят потому, что он сделал, что он внес, в общем, в культуру. Даже если это наука, она тоже ведь в культуру, все это в культуру складывается. Наука – это тоже, так сказать, отрасль культуры, в широком смысле слова. Правда, так сказать, вот то, что надо уметь. Так, ну вот. Смотрим дальше. Так что сознание не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. То есть сознание отражает бытие, оно не само бытие, оно отражает бытие. А бытие людей есть реальный процесс их жизни. А реальный процесс жизни, все, какой, что он захватывает? Он захватывает и материальное общение, и производство и вещей, и производство людей. Прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, мы здесь поднимаемся с земли на небо. То есть мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе. Мы исходим также не из существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к подлинным людям. Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди. Из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений, и отзывов этого жизненного процесса. Даже туманное образование в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически, и который связан с материальными предпосылками. Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. И мы, если проследим, вот, так сказать, вот как культурологи, историю человечества, мы видим, что менялись средства производства, менялись общественные отношения и культура. Но культура не так менялась, что она просто другая культура становилась, она же накапливалась. Нельзя понимать развитие культуры так, что это выбрасываем культуру, будет эта культура. Скажем, была феодальная, стала буржуазная. Ну, феодальная входит в буржуазную
буржуазная входит в коммунистическую, если она получается, а если, скажем, даже будет обратный ход, а в культуре обратного хода нет. В культуре да нет обратного хода, в культуре все равно все развивается. Даже на опыте, можно ведь учиться на опыте и удачных каких-то шагов вперед, и на неудачных шагов вперед. Это тоже входит в культуру. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание. Вот здесь это вот очень в яркой форме, эта позиция материалистическая стоится. Прекращаются фразы, а сознание, их место должно занять действительное знание. Вот обратите внимание, интересная такая вот мысль. Прекращаются фразы о сознании, их место должно занять действительное знание. Только тогда можно говорить о вашем сознании, что ваше сознание развито, если у вас есть знание. Правильно? Потому что знание – это получено от общества. Поэтому ваше, развитие вашего сознания – это получение все больше и больше знаний. Вот раздел истории. Здесь прямо вот говорится о трех отношениях, с которых, так сказать, начинается или в которых производит себя история. Первую предпосылку всякого человеческого существования, а следовательно и всякой истории, а именно ту предпосылку, что люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии делать историю. Но для жизни нужны, прежде всего, пища и питье, жилище, одежда, еще кое-что. Итак, первый исторический акт – это производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Производство самой материальной жизни. Первый исторический акт. Притом, это такой исторический акт, такое основное условие всякой истории, которое ныне так же, как и тысячи лет тому назад – должно выполняться ежедневно и ежечасно, уже для одного того, чтобы люди могли жить. То есть это не такая предпосылка, которая есть только в начале, а это такая предпосылка, которая постоянно должна иметь место и постоянно воспроизводится. Второй факт состоит в том, что сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенные орудия удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом. То есть это первый исторический акт сводится не только к тому, что мы производим средства к жизни, постоянно их воспроизводим, но еще мы и производим вместе с этим и новые потребности. Вот, скажем, вы пришли в кафе и заказали люля-кебаб. Такая потребность была в первобытном обществе? Люля-кебаб? Нет. И вам дали приборы. Правда, вот у нас тут эти, дают пластмассовые, чтобы вы этими стальными чайными ложками друг друга не закололи, видимо, дают эти, даже не алюминиевые, дают вообще пластмассовые какие-то палочки, которыми толком размешать нельзя. Это, я думаю, падение культуры, конечно. Ну что, зарежу, что ли, этими ложками? Ножи дают, а ложки не дают. Наверное, студенты их в карман раз сосунут и унесут, да? Нет, ну, во-первых, чтобы не носили, во-вторых, чтобы мыть. Ну, палочки помешали, выкинули, а ложки не мыть. Так чтобы не мыть, надо тарелки класть. Вот дома вы, когда придете домой, я вас посоветую, вы, чтобы не мыть, поели и в холодильник туда положите, все. А потом будете обедать, снова достанете, поедите опять. А знаете, что в холодильник? Чтобы бактерии не развивались быстро. И вообще не надо мыть, так далеко можно пойти. Не, наверное, разобьются даже в холодильнике. Разобьются? Ну, так это и хорошо, новые будут. Ну, с новой тарелки. Это новые культуры. Вы вот будете видеть, какой сейчас уровень уже развития культуры. И купите новые тарелки, и увидите, что некоторые из них хуже, чем были старые. А? Вот. Вот. Да, вот так. Да, так что вот, соседцы. Так, третье отношение с самого начала, вот обратите внимание на материалистический подход. Включающийся в ход исторического развития заключается в том, что люди, ежедневно заново производящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться. Это отношение между мужем и женой, родителями и детьми, семья. Это семья, которая вначале была единственным социальным отношением. Впоследствии, когда умножившиеся потребности порождают новые общественные отношения, а размножившееся население новые потребности становятся, исключая грань, подчиненным отношением. И должна тогда рассматриваться и изучаться согласно существующим эмпирическим данным, а не согласно понятию семьи. Значит, вот эту тему о производстве материальной жизни наиболее ярко изложил Энгельс
в работе, происхождение семьи, частной собственности и государства. Я вам очень ее рекомендую. Рекомендую потому, что она, во-первых, очень маленькая. Вот такая всего работа. В отличие от этой. И очень яркая, потому что, конечно, Энгельс был блестящий в этом смысле, публицист. Очень яркая. И она охватывает период с первых шагов человечества, становления человечества, и до капитализма. Вы можете еще раз продиктовать название, пожалуйста? Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, запятая, частной собственности и государства. И она как бы выпадает из общего круга произведений, потому что она вот как раз берет историю в таком кратком варианте, всю историю человечества до наших времен доводит. Чего-то более краткого и более яркого я просто не знаю. И там Энгельс так формулирует вот этот материализм. Они над ним все бились, как это все-таки сформулировать? Ну, как бы они вот думали все время о студентах, которым надо будет сдавать, как бы так сформулировать, чтобы было короче. Что вот определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. В чем, к чему это сводилось, производство и воспроизводство непосредственной жизни? Ну, прежде всего, к производству людей. Поэтому вот определяющим сначала были общественные отношения по производству людей, семья. Ну, семья какая была? Она не была моногамной, полигамной была семья вначале. И только потом на первое место в производстве непосредственной жизни вышли материальные блага. Потому что раньше производство сводилось к чему? К собирательству. Там грибы, коренья, к ловле каких-то мелких животных, к охоте. Не было еще, так сказать, такого систематического материального производства. Земледелие – это очень высокий уже уровень материальной культуры. И животноводство – тоже высокий уровень материальной культуры, безусловно. А началось это с того, что вот изначально семья играла главную роль. Некоторые люди, вот, так сказать, беря эту посылку, забывают о том, что материальная жизнь или производство материальной жизни, она не сводится к производству вещей. И производство людей тоже это производство материи, включая и воспитание, между прочим. И забыли об этом, и не замечают, что, например, клановые отношения, которые у нас наблюдаются и присутствуют там и там, это что такое? Это те же самые кровно-родственные отношения, которые, конечно, находятся на втором месте, на втором плане, но они никуда не исчезли. Поэтому, если вы хотите применять правильно материализм к исследованию истории, вы не должны применять его так, чтобы брать, знать только, что вот вы производите к материальные блага, там, картошку, капусту, самолеты, трактора, но вы еще производите и людей. Причем людей производите не в смысле того, что они научаются делать картошку, капусту и трактора, а в том смысле, что непосредственно людей производят. Поэтому семья – это, вот, так сказать, собственно говоря, это вот некая ячейка, которая производит людей. А можно вам задать вопрос? А? А можно вам задать такой общий вопрос? Ну, да, пожалуйста. В взглядах Маркса и Энгельса были различия? Ну, я бы сказал, что различия, так сказать, видимо были во взглядах. Но это взгляды – это одно, а истина – это другое. Поскольку они различали. Если вы возьмете их письма, их манеру письма, их способ работы. Например, Энгельс был очень аккуратный, у него был везде порядок. А у Маркса все было разложено так, что не трогайте у меня тут все и так далее. Энгельс был капиталистом, так сказать. Папа у него был фабрикант. Он был, так сказать, не бедный. А Маркс в время у него не хватало денег на это самое, в том числе и на то, что на прокормление, пока он писал «Капитал», Энгельс ему помогал. Маркс сидел, писал «Капитал», а Энгельс за Маркса, под именем Маркса писал разные статьи, чтобы Маркс за них получал деньги, в том числе. В разные издания он был, так сказать, такой блестящий публицист, он мог написать в журнал, и этот журнал спокойно принимал под именем Маркса. Поэтому очень многие произведения Энгельс написал за Маркса. Вот это было. Но что касается проблемы истины, вот здесь мы не найдем различий. Ну, потому что истина вообще одна.
И они отличали то, что они доказали, и то, что они там думают, считают и так далее. Например, вот мы дойдем до этого вопроса, и можно сказать, что тут и Маркс, и Энгельс оба в известном смысле несколько ошибались в отношении того, что вот революция, она коммунистическая, возникнет только сразу одновременно во всех, так сказать, передовых странах. Вот вы можете найти, мы дойдем до этого, есть такое высказывание. И по поводу этого, то, скажем, Ленин, который был и пропагандистом идеи Маркса и Энгельса, он выступил, в общем-то, против этого положения. Причем на основе того же самого материалистического подхода. Вот он исследовал империализм и выяснил, что вот эта неравномерность, которая характерна для любого товарного хозяйства, если мы с вами торгуем и производим товары, то либо вы разоритесь, либо я разорюсь, ну кто-то кого-то побьет. Существует конкуренция, и равномерности там не может быть. А в условиях империализма уже целые страны начинают вот так развиваться. Одни страны метрополии, другие страны по существу колонии. Хотя они формально могут быть и не быть колониями. Они могут быть, так сказать, полуколониями, фактически в зависимости, как сейчас. Сейчас вроде колониальной системы нет, но есть несколько стран, которые грабят весь остальной мир, а есть много-много-много буржуазных тоже стран, которые существуют при империализме, которых грабят. И это не понимают очень многие, там, думают, что вот это все империалистические страны. А страны-то не империалистические, потому что есть метрополии, а есть страны, которые подвергаются этому. И вот в работе «Военная программа пролетарской революции» Ленин написал, что на самом, именно из-за неравномерности экономического и политического развития при империализме не может быть, чтобы революция совершилась сразу во многих странах. Только первоначально в одной отдельно взятой стране. Ну и вот то, что мы наблюдали, так и было. А представлять себе, что сразу вот мгновенно во всех странах и сразу, ну это вот, и тогда это, возможно, было верно, но с точки зрения империализма, при котором ни Маркс, ни Энгельс не жили, это уже неверно. Теперь Энгельс. Энгельс первый написал политэкономическую работу, которая называется «Положение рабочего класса в Англии». Это первый том собрания сочинений. Он пишет так: «Я, значит, оставил высший свет, красное вино, и на 3 года он уехал в Англию, то есть там, где более развит именно капитализм, чтобы изучить положение рабочего класса». Вот он его изучил, и в этом смысле он изучил, что выгодно рабочему классу. И на этой позиции он стоял. И Маркс, прочитав это произведение Энгельса, молодой Маркс, зародился тем, что надо изучать политэкономию. И стал политэкономом. А до этого он был как бы философом. Как известно, у него Демокрит и Эпикура сравнивал в своей докторской, но это, собственно, это наша кандидатская. То есть докторская на Западе сплошь и рядом считается такие кандидатские диссертации. А Энгельс никаких степеней не имел, но когда вот встал вопрос о коммунистическом манифесте, кто первый написал текст? Ну, не так было, что сидели Маркс и Энгельс и держали одну ручку вдвоем. Не так было. А было так, что Энгельс написал такую работу «Принципы коммунизма», опираясь на который, потом Маркс и Энгельс доделали этот самый, вот эту работу «Манифест коммунистической партии». То есть надо сказать, что вот там по своим способностям, по таланту, Энгельс ничем не уступал Марксу, ну, в смысле, ну, вот то, что такая самая фундаментальная работа, «Капитал», она принадлежит Марксу, это факт. И это и Маркс знает, и Энгельс это знает, поэтому их различие. Все-таки наиболее фундаментальную работу, которая как бы все обосновала то, что, на чем строится все их учение, но это предполагало и сейчас предполагает понимание того, что стоимость — это характеристика именно товаров. А товары – это материальные вещи. И вот это вот движение вещей материальных, которое изучает Маркс в «Капитале», оно определяет и всю остальную жизнь. Движение материальных благ. Вот после того, как был сделан «Капитал», можно сказать, что вот это все, вот эти вот такие заявления, это заявление же. Это вот мы исходим из того. Исходим. А тут не исходим, а приходим. После «Капитала» Маркса, это доказанные вещи, что да, действительно, это доказано и признано во всем мире, то, что да, действительно, вот материальные отношения, они являются определяющими. Хотя, как всегда бывает в сфере духовной, никогда тут никакого единства такого, что все вдруг
одинаково так думают, так не бывает. Поэтому разные течения и в философии, и в политэкономии, они продолжают существовать, и в политэкономии и философии идет гражданская война, так можно сказать. Но гражданская война в кавычках, конечно. То есть борьба идет. Вот, то есть как только мы уйдем с вопроса о мнениях к вопросу о знании, то в отношении знания, вот поскольку и Маркс, и Энгельс, они четко себе, так сказать, отдавали отчет в том, что доказано, а что является их письме, точка зрения. Это, конечно, различается. Так. Вот еще раз та же самая мысль. Итак, производство жизни, как собственной посредством труда, так и чужой посредством рождения, появляется сразу в качестве двоякого отношения. С одной стороны, в качестве естественного, а с другой – в качестве общественного отношения. Кстати, вот они даже и в праве, в гражданском праве, вот эти отношения очень взаимосвязаны. Например, вот есть такое понятие, как гражданский брак. Так, значит, это незарегистрированные отношения. Семья, родители, так сказать, живут в браке незарегистрированном. Общество это признает как, все равно как брак. И какой вы думаете критерий определения? Вот если начинается, допустим, расходятся муж и жена, но не зарегистрированные формально. Имущество. Имущество и совместное, нет, ведение хозяйства. Вот если они ведут совместное хозяйство, значит, это семья. Не ведут они совместного хозяйства, значит, они встретились и разошлись. То есть критерием берется вот то, что вот здесь заложено все-таки. Ведут они материальное производство? Потому что если они, так сказать, занимаются хозяйством, и второе, конечно, имеются или дети, это тоже. Если детей нет, только хозяйство. А если дети? Вот сейчас есть фиктивные браки, и их очень много. Человек, так сказать, прибывает в России, хочет получить гражданство, вот, и договаривается там с девушкой о том, что он даст ей большую сумму денег, а от нее требуется только записать, что вот она состоит с ним в браке, и больше ничего. Они совместно не живут. Ну и а как определить, эффективно, нифига. Не ведется хозяйство, все, нет совместного проживания, нет. Вот, значит, это можно юридически потом через суд доказать, что это брак фиктивный. А? Что значит, что не ведется хозяйство? А кто значит, что не ведется? Он в фиктивном браке находится, он живет в другом месте и в другом городе. Все это сводится только к записи. Запись есть в паспорте, и больше ни в чем не выражается, и все. То есть ведение совместного хозяйства. А что такое хозяйство? Это хозяйство – это вы производите материальные блага. Мы уже говорили с вами, когда вы чистите картошку, это какое производство, духовное или материальное? Материальное, стираете, убираете, налаживаете, вбиваете гвозди, на них вешаете картины. Это все материальное производство, когда вы вбили гвоздь и повесили, так сказать, какую-то вещь туда. И прочее, и прочее, и прочее. То есть вот с этой, с материалистической стороны решается этот вопрос. Хотя люди, которые вот этим занимаются, они понятия не имеют, что это за, откуда, из какой науки, какое отношение имеет там к материализму. Ну, есть такое, записано в законе, и все. Ну, люди изучали, юристы, как они изучают? Это вообще трагедия, быть юристом. Это люди изучают, они не знают, откуда это все выросло. На самом деле, это все эти нормы, о которых мы говорим, нормы, они вытекают из хозяйственного оборота, из хозяйственной жизни, что является нормой в хозяйственном обороте в отношениях к производству. А если они это производство не знают и корней не знают, они вот просто запоминают тексты. А это все держится на, во-первых, на знании, а во-вторых, потом они начинают менять эти тексты. И опять ни на что не опираясь, начинают творить это самое право. А право получается диким. Вроде как сейчас вот деятели взяли в Центробанке и бухнули сначала 17% ключевую ставку. А учитывая, что коммерческие банки 10% накидывают, 27% получилось. 27% – это, значит, ставка по кредитам. Значит, тогда, поскольку зашумели даже олигархи, такие, где Рипаска, сказали, вы что, с ума сошли? Да производство все остановится. И останавливают там не иностранные государства. Это санкции, которые нам делают в нашей стране, это мелочь. Вот санкции самые страшные применил Центробанк к нашей промышленности. Ну ничего нельзя делать. Нельзя, так сказать,
взять деньги для какого-то обращения, для такой-то операции хозяйственной, ничего нельзя, невозможно сделать. Или, то есть и не хотят люди брать. А зачем мне такое производство, я должен вас взять и отдать 27%. Это с ума сойти? Тогда они снизили до 15%. Это ничего не решило. Тогда они снизили до 14%. Сейчас люди говорят, из кругов буржуазных, конечно, говорят, что это все равно сумасшедшие там сидят в Центробанке. Что такое 14%? 14 плюс 10 – 24. Под 24 кто это будет брать? То есть я веду хозяйство, у меня норма прибыли 10%, я капиталист, а вы мне даете под 24. Я что, сумасшедший брать? Я лучше ничего делать не буду, чем я буду так вот это дело тратить. Поэтому удушает собственное производство. Тогда что делают эти деятели, вот у нас либеральные экономисты, они тогда начинают, поскольку они не берут производство, а с позиции распределения смотрят, ну давайте сократим зарплату, давайте всем сократим зарплату, и вы будете меньше, и вы не надеетесь на повышение стипендий. Пенсионеры, надо это посмотреть, нельзя ли там этих пошерстить пенсионеров, которые зарплаты получают. Вот. То есть инвалидам по меньшей пенсии платить. Все надо урезать, у всех отнимать, потому что что такое инфляция? 10 или 14%. Это у всех надо отнять. У всех. И тогда что происходит? Тогда производство начинает во всем обществе сокращаться. И сокращается основа материального и духовного развития. Чем меньше материальных благ, тем больше деградации общества. Вот и все. То есть то, что делает этот Центробанк. Причем люди безграмотные в области экономической. Потому что нужно для... Я говорю, это мы, чтобы инфляции не было. Чтобы инфляции не было, надо производительность труда повышать. Производительность труда, если вы повысите, у вас затраты на производство будут меньше продуктов, значит, их может цену снизить. Правильно? Что тут непонятно? Ну, это люди то есть... Причем какую-то чушь там говорят, вроде того, что вот... Это позволит нам снизить инфляцию. И им верят. А почему верят? Потому что безграмотные, не понимают эти, не изучили в свое время. Так что, как говорится, избави меня Бог от врагов, говорят. А от друзей, а с врагами я сам справлюсь. То есть никаких таких страшных санкций, чем вот делает Центробанк, никто к нам таких не применил, которые мы сейчас наблюдаем. Итак, производство жизни, как собственной посредством труда, так и чужой посредством рождения, появляется сразу в качестве двоякого отношения. С одной стороны, в качестве естественного, а с другой, в качестве общественного отношения. Общественное в том смысле, что имеется в виду сотрудничество многих индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и для какой цели. Отсюда следует, что определенный способ производства или определенная промышленная ступень всегда связаны с определенным способом совместной деятельности – с определенной общественной ступенью. Самый этот способ совместной деятельности есть производительная сила, в кавычках, что совокупность доступных людях производительных сил обусловливает общественное состояние, и что, следовательно, историю человечества всегда необходимо изучать и разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена. Другими словами, нельзя понять человеческой истории, если мы не будем изучать, вот, так сказать, этот первоисточник, вот историю промышленности и обмена. Иногда может показаться, что вот Маркс и Энгельс такие энциклопедические ученые, они просто такие способные, они уже и политэкономию изучали, и философию, и изучали, и, так сказать, всякие утопические социализмы и так далее. На самом деле, общество нельзя изучать, если не будете брать его как целое. Если вы будете брать его как целое, так надо брать, что является определяющим, а что является определяемым. Еще и взаимодействие брать. И все понимают, что духовная сфера, она в свою очередь воздействует на материальную сферу. Что есть тут не только определяющее воздействие, но есть и вот это определяемое тоже воздействует на определяющее. И обратное движение есть. Для того, чтобы развивать производство, нужны, между прочим, грамотные специалисты в этом производстве. А грамотные они будут только благодаря уже духовной сфере. Поэтому если начинают сокращать духовную сферу, думают, нам важно производство, а вы тут перетерпели в этих самых университетах и вузах. Как делает наш этот. Не надо там этих специалистов, обойдется бакалаврами. И бакалавров бы не надо, но пока еще не можем сразу закрыть. Да если вот это будет происходить, это будет в конечном итоге отражаться на производстве общественном, а когда оно будет отражаться на общественном производстве, тогда это будет всеобщая беда. Потому что суживается материальный базис духовного развития общества. Вот что происходит. Сейчас вот мы сейчас наблюдаем с вами, сейчас вот, в данный момент, планомерное, в порядке, так сказать, дескать, идеи выхода из кризиса, антикризисных мер,
сужение материального базиса развития общества. Казалось бы, сейчас наоборот бы надо подумать, как заложить, скажем, на чем-то сэкономить, но заложить капитальные вложения, увеличить, чтобы потом рост пошел. Нет, они капитальные вложения сокращают в будущее. То есть сейчас плохо, а в будущем еще будет хуже. Закладываются такие вещи. А почему? А потому что вот понимание таких проблем, ну, требует понимания вот развития общества в целом. Что дает философия? Если люди философски не образованные к этому подходят, то мы получаем вот такую картину. Когда от этого страдает уже общество в целом. И самые разные, причем страдают слои. Буржуазия страдает? Страдает. Потому что как она от развития, если будет сужаться производство, то они в прибавочной стоимости. В прибавочной стоимости будет меньше. Я планировал 3 острова купить, куплю теперь 2. Из-за этих самых людей. Ну, рабочие тоже страдают. Никто не говорит, что вам зарплату будут понижать. Никто сейчас так не говорит. Видите, молчание. А что тут? Ну, с другой стороны, реальную зарплату ее понизят на 14%. Потому что если инфляция 14%, что это означает? Что бумажек-то вы столько же получите, а продуктов на эти бумажки вы получите на 14% меньше. Есть такое понятие реальное содержание заработной платы. И есть 134-я статья в Трудовом кодексе России, которая гласит обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То есть закон, норма в современной буржуазной России, чтобы реальное содержание заработной платы повышалось, и чтобы это было обеспечено. Это закон. И что? Не выполняется. Не выполняется вот впрямую. И, так сказать, поскольку это делают люди, которые, так сказать, виновны в этом деле, они никакой ответственности не несут. И в данном случае государство свою роль по соблюдению этих норм и по принуждению к соблюдению этих норм не выполняет. Вот что мы сейчас наблюдаем. Хотя вот написано все, вот в норме все правильно написано. Какое, как может быть обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты? Это двумя путями может быть. Либо повышать номинальную зарплату быстрее, чем растут цены. Либо если не повышать зарплату, значит не допускать понижения, повышения цен. А у нас на что повышаются цены? Только на то, что куплено за доллар? Нет. У нас это обычная картина. Это относится ко всему. Все повышают. Есть даже анекдотичный случай. В свое время продавался, у нас такой был кофе народный, там рожь ячменя вез. Не видели такой, не пили. Это давно было. Вкусный. И был еще другой вид кофе, желудевый. И тут вдруг разорился кризис экономический в Бразилии. И кофе оттуда не повезли, и желудевый кофе пропал. Спрашивается, как пропажа желудевого кофе могла произойти из-за того, что кризис в Бразилии на кофе. Казалось бы, наоборот. То есть любые, так сказать, вот нынешние движения используются под видом того, что, дескать, ну вот видите, там рубль упал. Вот вам-то какое-то вот дело до того, что рубль упал. Дело до этого рубля. Вы за что продавали, за что покупали, за то и покупаете. Нет, начинается повышение всеобщее. То есть пользуется, так сказать, некое братство, так сказать, этих товаропроизводителей, капиталистов и мелких товаропроизводителей, которые всякую, так сказать, цепляются за всякую возможность повысить цены и получить дополнительной прибыли, получить ее не за счет там технического прогресса, применения, так сказать, ума и смекалки специалистов, а за счет просто того, что взять и механически повысить цену на товар. Инфляция в чем состоит, как вы думаете? Повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот что важно. А некоторые думают, что это просто повышение цен на все товары. Не на все товары. А повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Я не знаю, не приходилось вам через шлюзы проезжать. Я вот однажды ездил по Волге, и вот несколько раз мы заезжали в шлюз. А потом мы были на низком уровне, а потом мы на более высокий уровень должны были выйти. И вот начинает набираться сюда вот шлюз вода, и корабль начинает подниматься. И вот представьте себе, если какой-нибудь буй просто привязан на, так сказать, ограниченной длины цепь,
то этот буй через некоторое время, сейчас он плавает, через некоторое время вода все прибывает, прибывает, и вот этот буй сначала уже на поверхности, потом он начинает скрываться, потом он так оказывается под водой. А вода все прибывает, и вот, наконец, она дошла до уровня, который в другой части Волги установился, вот в следующей части, куда мы собираемся плыть, ворота открываются, шлюзы открываются, и корабль пошел, а вот те, кто, те буи, которые были на коротком поводке, они остаются под водой. Вот что такое в этом смысле инфляция? Инфляция – это вот так сказать, вот-вот. Цены все вот так вот вздымаются, ну а так сказать, те, кто продает единственный товар, который у него есть, товар рабочая сила, неважно, так сказать, это касается материальной сферы, или в данном случае это касается зарплаты, так сказать, людей в духовной сфере, там учителей, врачей, преподавателей, какая разница. Это не подходит под понятие рабочей силы, но так сказать, это зарплата, ее никто не повышает, она под это вот сейчас, под эти разговоры, огреюсь, всякое повышение зарплаты прекращено. И естественно, реальное содержание заработной платы падает, и вся эта инфляция сводится только к одному. Если я, будучи капиталистом, я вот по какой цене все повысились, я по более высоким ценам купил и по более высокой цене продал с той же нормы прибыли. Меня это не затронуло, я как бы всплыл. А кого затронуло? И, так сказать, получается, что вот эта вот высокая инфляция означает решение проблем общества за счет бедных. То есть бедные должны помогать богатым, потому что если бедные не будут помогать богатым, не будет ни богатых, ни бедных. И даже я видел такой вот, есть такая шутка, что надо ввести налог на бедность, чтобы бедным было быть невыгодно. Прямо по категории экономических интересов. Дескать, если вы бедный, надо на вас налог ввести, чтобы вам было невыгодно быть бедным. Хотя на самом деле это значит еще и добить того, кто является этим самым бедным. И бедность у нас не связана с нашим недостаточным богатством в России, а связана с таким распределением, которое не соответствует тем нормам, которые есть в современном буржуазном мире. Называю вам цифры. Если вы возьмете страны, такие страны, как Норвегия, Швеция, Финляндия, там разброс. Среди 10% самых богатых относится к 10% самых бедных, доходы их, с коэффициентом 3-5. Если вы возьмете в скандинавских странах, если вы возьмете Европу 5-7, если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, которые такие сякие, тут мы их ругаем. Ну, можно еще не только ругать, но надо еще. Мы же знаем с вами из диалектики, что у каждого человека и у каждой страны есть минусы, а есть и плюсы. Так вот там какой уровень? Там 9. Соотношение 10%. Доходов 10% самых богатых людей и 10% самых бедных. 9. В России 32. 32. Теперь, если вы возьмете вопрос о налогообложении, он тоже очень интересный. У нас регрессивная система налогообложения, то есть 13% для тех, кто получает доходы от труда, и для всех одинаково, неважно, какие вы доходы, 10 миллионов у вас, 11, 15 миллионов в год, или 500 тысяч, или 200 тысяч, или 100 тысяч, неважно, 13%. А доходы на дивиденды, на акции, для тех, кто получает доходы от собственности, 9%. То есть та же самая картина. Кто самые большие доходы получает, меньше процента отчислений. А если вы возьмете другие страны, всю таблицу этих подоходных налогов, то, скажем, в тех же самых Соединенных Штатах Америки до 33% доходит. Процент. С увеличением дохода. В Англии, Австралии, Италии 50%. Во Франции 56,8%. То есть вот вы если получили миллиард евро,
то 568 миллионов у вас заберут в качестве налога. Вот так во Франции сейчас. А Оланд собирался сделать 75, не прошло у него. Причем некоторые думают, что Оланд прямо позаботился о народе. Ничего подобного. Представьте себе вот современную капиталистическую экономику, в которой, так сказать, имеется государственное регулирование экономики. Вот получила 75% доходов от крупных доходов государства. Потом оно выдает заказы. Так, вы сдавали 75, да? У вас был крупный, сдавали, вот вам заказ государственный. И вы это покроете свои 75 многократно. Потому что кто получит государственный заказ? Крупнейшие компании. Вот кто больше всего доходов сдал, те получат государственные заказы. Аналоги, то есть так какой-то процент, а здесь они колоссальные, получают прибыль. То есть это как вот сердце работает все время, так сказать, в такт. Получили налоги, потом давали новые заказы, получили, дали новые заказы. И горят, так сказать, мелкие производители, а крупные все время богатеют, богатеют и богатеют. Поэтому крупный капитал ничего не шумит по этому поводу. Шумел там вот этот артист, который нам приехал из Франции, что, дескать, ой, вы такие большие налоги, я лучше поеду в Россию. То есть, скажем, рассказывать такие сказки, что вот мы такие бедные, у нас так всего мало, это тоже неправильно. У нас достаточно развита экономика, которая позволяет вполне нормально жить. Для этого надо некоторые вопросы решить. И не рассказывать, что мы не можем собрать налоги, ну такая у нас правоохранительная система, такие средства на нее затрачены. Дескать, иначе мы не соберем налоги. Не говори, что не соберем, говори, что не хочу. Это вот чисто теоретически мы говорим, что вот буржуазное государство должно действовать в интересах буржуазии. Это, так сказать, на сегодняшний день можно сказать, что наше буржуазное государство не вполне действует в интересах той части буржуазии, которая занимается производством, а действует в интересах тех, кто хочет изымать средства не из развития производства, а из перераспределения. Это тоже как бы буржуазия, но это та буржуазия, которая, скажем, у Маркса и уважением не пользовалась. Маркс всегда выделял, вот, смотрите, что есть промышленная буржуазия, самое главное. Она организовывает производство. Вы можете сто раз доказывать, что она эксплуататорская. Но она, между прочим, организовывает производство, основу общества. Дальше есть торговая буржуазия. Без торговли промышленность произвела продукцию, она не дошла до потребителя, эта продукция. Значит, без нее не обойдешься. А потом пошла та буржуазия, которая живет за счет перераспределения. Скажем, шоу-бизнес. Вот вы на производстве вы так и богатые не будете, а в шоу-бизнесе вы можете получать миллионы. Кто вам будет платить? И те, и рабочие, которые понесут свои деньги и гроши на эти самые массовые зрелища, и, так сказать, крупный капитал, который будет туда делать соответствующие вложения и так далее. Это называется вторичное, третичное перераспределение дохода и так далее. И из прибавочной стоимости, и из заработной платы получаются эти самые доходы. Вот такая картина. Вот это вот этот взгляд, который здесь вот в первой части или на первых страницах утверждается этого произведения, он позволяет, ну, так сказать, иметь такой ясный образ того, как развивается общество, потому что он показывает, где вот внутренние пружины общества, а где вот следующие звенья и как они между собой взаимосвязаны. Поэтому и подчеркивает Маркс, вы не с того конца разбираете. Дело не в том, что там говорят, а дело в том, что вообще в производстве происходит. Если у вас нет станкостроения, значит, у вас не будет самостоятельной страны. Ну, вам сегодня не поставили станки, и вот сейчас ходят наши, так сказать, промышленники и клянчат где? В Белоруссии, в Китае и в Тайване. Что только сейчас стало ясно, что надо иметь свое станкостроение обязательно. Если вы хотите быть независимой страной. Ну, страна, которая имеет ядерное оружие, как она не должна понимать, что вообще всякие могут быть ситуации? Или, скажем, можно не иметь своего двигателя строения? Вот у нас доведено было до последней точки, поскольку были рассуждения, что мы купим двигатели. И оказалось, сейчас покупать негде, и вдруг, значит, вынуждены были снова создать корпорацию двигателестроительную, которая сейчас будет делать двигатели для авиации, там, для кораблей и так далее, а без нее ничего не пойдет. И поэтому тот же Дмитрий Анатольевич Медведев, который пропагандист этого рынка и либеральной экономики, и сказать, вот надо вот помогать, государство должно уходить из экономики. Я бы сказал, это отсталый такой взгляд, ну, характерный для Адама Смита, совсем старый.
как говорится, юристы, они, видимо, читали старые какие-то книжки или по виду новые, на самом деле, со старыми идеями. А, скажем, Кейнса уже не читали, который говорил о государственном регулировании экономики. И он говорит, ну, мы, конечно, должны уходить вообще-то государства из экономики, но мы же не можем обойтись без такой-то очередной корпорации. И очередную корпорацию делает. И у нас есть крупные корпорации, и космическая, и авиастроительная, и кораблестроительная. Потому что во всех этих корпорациях делаются такие продукты, которые делаются десятками лет. И поэтому они, их производство с рынком несовместимо. В том смысле, что вы же не можете произвести и вынести на рынок, неизвестный и свободный. Нужно, если есть заказ, то будут производить. Если нет, вот с последней акцией, которой занимался Медведев на днях, это он решал вопрос, будет у нас вагоностроение или нет. Вот он приехал, сказал, будет, мы будем давать вам заказ. Потому что если вы не будете давать заказ на вагоны, у вас не будет вагонов, ни метро, ни поездов. Пока производят, и будут производить. Вот Дмитрий Анатольевич сказал, что мы будем производить. А он думал о том, чтобы убрать, что ли? А что, вы думаете, не убрать? Вы думаете, кто вагоны делает для Москвы? Они уже и в Польше заказывали. А у нас в прошлом году закрыт вагоноремонтный завод в Ленинграде, который делал трамвайные вагоны. А почему он закрыт? Ну, если вы заказ не дали, он и умер. Заказ не дали. Но они же не могут трамвай принести к метро и сказать, купите трамвай. Единственный выход какой может быть? Городу нужно. Вот все время он делал вагоны. Вагоны хорошие, трамваи отличные. Вдруг не стали давать заказы. Что произошло с этими вагоностроителями? Они умерли. Все, и это распродали имущество этого на Чугунной улице. Распродали имущество этого самого завода. Точно так же, как, скажем, вот у нас наши братья в Латвии. Электрички там делали на всю страну. Рижского завода. Где эти электрички? Нет Рижского завода. А где радиоприемники ВЭФ? Нет этого радиоприемников ВЭФ. А где машины легковые, Рафики Рижского автомобильного завода? Где они? А нету их. И что есть в Риге? А нету там промышленности в Риге? Нету. Рига и вообще Латвия, представляете, если раньше она была индустриально-аграрной страной, то вот, как говорится, как они говорят, став свободной, то есть пристегнув себя к этой самой Европе, в которой есть те страны, которые являются свободными, то есть Франция и Германия, которые там богатеют. А все остальные там бедные родственники. 200 тысяч человек ежегодно выезжает за границу на заработки. То есть если к нам едут из Средней Азии, то в Европу едут из Литвы, Латвии, Эстонии. И моют там горшки в Европе. Вот, так сказать, с чему свелась эта самая свобода. Потому что в современном монополистическом мире мелкие государства свободными быть не могут. Они или с этими соединяются, или с другими. И если пока они были тут, вот, пока операции действовали с Россией, там было крупное производство. Как только они стали входить в эту самую Европу, как говорят, хотя они и так из нее не уходили, как говорится, и мы с вами в Европе живем. Что произошло? Никому не надо это, чтобы там в Латвии развивалось. Никому. Там есть крупные монополии, которые без Латвии это делают. И никому не нужно это развивать, эту самую Латвию. И никому не нужно развивать эту Эстонию. А вот в эту Латвию танки «Амбрамс» вошли на днях. И 1500 натовских пришло. Вот, так сказать, считай, на границах Ленинграда, в Нарве уже, находятся натовские войска. Вот к чему это дело, так сказать, все это сводится. Поэтому, когда вдруг удивляется, почему, значит, наше государство принимает какие-то меры по обеспечению своей обороноспособности, ну, потому что наше государство смотрит, что было. Все эти разговоры, которые вел Горбачев о том, что мы вот сейчас закрываем этот Варшавский договор, но вы там, эти страны НАТО не будут, в НАТО не будут входить, там, ни Болгария, ни Венгрия, ни Румыния, ни Польша. Как только поговорил Горбачев, закрыли Варшавский договор. Где эти страны? Они все в НАТО. А что значит они в НАТО? Да никакой они там роли не играют в НАТО. Кто там их слушает? Но зато на границах России все появились соответствующие ракеты, самолеты и так далее. И вот боевое дежурство истребителей идет такое, что там через 5 минут они будут в Ленинграде. А если это вот на Украине дойдет до такого же состояния, то через то вся эта наша триада, так сказать, и подводный флот, и
и самолеты, и ракеты, они ничего не будут значить, потому что время подлетное будет 3-5 минут. Ракета прилетает в Москву, и все. Поэтому это не так. Наши же не стоят. А? Наши тоже. Мы же тоже на кнопочку нажмем их. Наши стоят на дне, тихонечко стоят, около берегов Соединенных Штатов. Конечно, стоят. То же самое. И это понятно. То есть надо понимать, что вот как, если решающим является производство, вот в странах, где крупное производство есть современное, высокотехнологичное, они самостоятельны. Страны, в которых этого нет, они не самостоятельны. И вопрос о самостоятельности – это не вопрос, а? Производство крупное? Конечно, есть. Ну как вот, ну кто возит в космос? Кто сейчас в космос возит? Ну кто? Мы и возим. Американцы-то не возят, там у них нет сейчас ракет. То есть наша страна же самостоятельная, да? Самостоятельная, в известной мере. Но в известной мере не самостоятельная, потому что она многие позиции утратила, наслушавшись этих речей, что если их мы купим. Слушайте, но ракеты нас не прокормят. А? Но ракеты нас не прокормят. Если мы зерно самое лучшее отправляем за границу, если у нас нет элементарно... Значит, зерно не волнует. Зерно отправляем, а потом закупаем оттуда эти смеси для того, чтобы делать этот хлеб. Зерно не волнуйтесь, зерна у нас достаточно. Мы его и отправляем на экспорт. На экспорт мы отправляем не от богатства только, а из-за того, что мы порезали собственных коров. Поэтому, вот именно поэтому у нас появилось лишнее зерно для продажи. То есть, что касается хлеба, нам достаточно вполне для хлеба. Но для животноводства, конечно, недостаточно. Поэтому это связано с тем, что в одно время был взят курс, что не будем мы здесь производить, так сказать, свое, а будем закупать. Что такое окорочка? Окорочка – это отбросы, вот это, которые возили из Америки. Кур, там, по сотне, по 200 тысяч кур держатся на этих птицефабриках для того, чтобы они, так сказать, не болели, их кормят пенициллином везде, во всем мире. И этот пенициллин откладывается в темном мясе, в ножках буша. Вот эти ножки надо отрезать и выбрасывать на помойку. Но они, значит, белое мясо себе оставляют в Америке, а нам посылают дешевое. А почему дешевое? Да потому что выбросить надо. Ну, а здесь оно конкурировало с нашим птицеводством. И вот пока это сюда, вот Собчак это все очень приветствовал и производил. А к чему это привело? Что наше птицеводство стало умирать. Потому что, ну, люди смотрят, это стоит столько, а это в два раза дешевле, эти ножки буша. Но это отрава. То есть вы начиняете себя пенициллином. А у нас не кормят пенициллином? У нас меньше кормят пенициллином. Кормят на всех, но вы можете не кушать эти ножки. Вы можете есть крылышки, есть все остальное. На всех птицефабриках, везде это есть в той или иной мере. Но вот то, что у них кур обрабатывали хлором, и этот хлор остаточный остается, и у нас этот Онищенко перекрыл эту посадку курятины из Соединенных Штатов Америки. Не знаю уж, как они там себя кормят, они там тоже кормят. Вот они такие толстые, обрюзшие, эти американцы едят эти хот-доги. Поэтому сюда тоже привозили такой товар, который нельзя пропускать. Поэтому может у нас и крупное производство, и все у нас есть, и все мы можем. Но для этого надо иметь программу соответствующую. У нас, то есть надо иметь соответствующую форму капитализма. Какая должна быть форма капитализма, если, чтобы иметь самостоятельный государственно-монополистический капитализм? А у нас стыдливый государственно-монополистический капитализм. У нас все есть, но в порядке исключения. А так вообще надо мелкий бизнес поддерживать. Ларьки надо поддерживать, ларькобизнес. Вот у нас с чем рассуждать. Каждый раз на каждом повороте экономическом начинает рассуждать, что надо поддержать мелкий бизнес. Ну какой может быть научно-технический прогресс в ларьке? Там вместо туалета ведро. Какой там может быть прогресс? И вот все, это бешеные миллиарды выброшены на эти самые ларьки, на этот мелкий бизнес. Причем с позиции вот просто чисто понимания того, что такое конкуренция. Вот конкуренция. Мы с вами конкурируем. Свободный рынок. Вы выиграли в этой конкуренции. А мне дают без субсидии. Ну почему тогда мне дают субсидии? Вы же выиграли. Значит, вы более эффективный производитель, чем я. Ну, значит, я перехожу в рабочий, иду к вам наниматься. В чем проблема? Если вот давайте встанем на капиталистическую точку зрения. Последовательно. Ну, если я не смог организовать производство, как она, так она вот, она что делает? Она еще смотрит, прикупает. Нельзя ли вас с вами начинает конкурировать? А с вами тяжело конкурировать. Вот вы и долго боретесь. Потом вы взяли и заключили там единый союз. И сделали единую монополию. И всех остальных передушили, какие были в этой отрасли.
И все. И тогда вы применяете и науку, и технику, потому что вы имеете средства оплатить ученых, конструкторов и так далее. Но мелкий бизнес это ничего не может сделать. Невозможно это сделать, потому что годами надо разрабатывать соответствующие виды производства для того, чтобы они были на мировом уровне. Годами. Поэтому мелкий бизнес сегодня есть, завтра его нет. Поэтому переход к монополизму, он вытекает не из идеи, а из самой идеи свободной конкуренции. Конкуренция рождает монополию. А монополия предполагает государственное регулирование. Поэтому получается государственно-монополитический капитализм. Вот это современная форма капитализма. Все страны богатейшие, они используют Германия, Франция, и даже не такие большие, там Южная Корея, 5 пятилетних планов. 6 пятилетних планов она сделала. И она прекрасно, так сказать, имеет развитое производство, в том числе и приборостроение. А мы давайте будем все сужать, уменьшать и сделать маленькую-маленькую Россию. А для маленькой России культура вообще не нужна, и культурологи не нужны. Это лишние люди, если у нас будет мало денег, как вы понимаете. Какие культурологи? Мы, дай бог, прокормить столько у вас этих преподавателей. А нас и так сокращают. Ну, если переходим на бакалавриат, это что значит? Пятая часть нагрузки долой по России. Пятую часть преподавателя надо уволить. В Москве 1500 опытных медиков уволили и деньги им платили. Почему? Потому что они мешали развивать частную медицину. Потому что частная медицина готова была поделиться, дать деньги, чтобы этих не было врачей. Они же перейдут в эти самые в частные клиники, и тогда не доходы будут получать не врачи и не больные, а доходы будут получать вот эти частные клиники. Здоровье бесценно. Все, что у вас есть в сумке, отдайте, пожалуйста, врачу за свое здоровье. И дети бесценны, потому что надо на детское все повысить цены, потому что нечего жалеть на детей. Не надо жадничать. Коляска должна быть, как автомобиль стоит должна. Так, жду ваших произведений в следующий раз. До свидания. До свидания. Всего хорошего.